95 лет исполнил службе участковых уполномоченных полиции МВД России. В Люберцах торжественно поздравили всех, кто имеет непосредственное отношение к этому празднику. К слову, не только служащих Люберецкого округа, но и участковых Дзержинского, Лыткарина и Котельников. Более 100 человек. Участковые от слова «участие». С таких слов началось поздравление виновников торжества. Многие из них отдали работе в органах внутренних дел и служению людям не один год. Сергей Тюфтяков – один из защитников правопорядка. Стаж работы – более 15 лет. Он один оберегает сразу 3500 жителей. Самое сложное – это, наверное, понимать наших граждан, когда они приходят со своей бедой. Приходится пропускать это все через себя, пытаться им помочь. Не всегда, конечно, получается, но мы всегда стараемся всех выслушать, со всеми побеседовать, выйти в адрес, пообщаться, психологически помочь также, людей поддержать. Ну, естественно, в рамках закона также все мы всю помощь оказываем в полном объеме. В этом году участковые Люберецкого УВД раскрыли 36% преступлений. Среди них тяжкие, особо тяжкие и преступления против несовершеннолетних. Именно участковая служба вобрала в себя, ну, наверное, все вот эти аспекты других служб. И, соответственно, конечно, у нас и прав, наверное, больше, ну и, соответственно, больше прав, больше ответственности. Потому что участковый отвечает на своем административном участке буквально за все. Это нелегальная торговля, это проживание иностранных граждан, это обслуживание школ, детских садиков, в общем-то, и профилактическая составляющая. Также Сергей Ретюнский отметил, что по сравнению с прошлым годом количество преступлений снизилось как по криминальной линии, так и по линии общественного порядка. Мария Антонова, Алексей Курский, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.